Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку построенных в районе Ласпи модульных отелей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стали обращения об опасности построек, возведенных прямо над обрывом. Далее цитата. В соцмедиа сообщается о том, что в районе Ласпи вблизи Севастополя построены модульные отели «Глэмпинги», свайный фундамент которых с учетом характеристик грунта создает угрозу безопасности, говорится в сообщении следкома. Процессуальную проверку поручено провести руководителю регионального управления ведомства Владимиру Терентьеву и представить доклад в ближайшее время. Напомним, вопрос безопасности так называемых глэмпингов, построенных в Ласпе, не раз поднимался севастопольской общественностью. По некоторым данным, этот участок является оползнеопасным. В начале мая городские депутаты уточнили эту информацию главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой. Однако она заверила парламентариев, что модульные коттеджи в Ласпе строятся законно под надзором компетентных органов.